Юлия Подвысоцкая – многодетная мама. Воспитывает троих маленьких детей. Работает в Центре социального обслуживания «Вера». 2 года назад стала заниматься декоративно-прикладным творчеством. Училась мастерству у японцев, изучала различные техники. Училась, да, понимая, что у меня растет дочь, и я не хочу каких-то стандартных украшений, я хочу их делать сама, так, чтобы не было ни у кого. Украшения, аксессуары, предметы интерьера – со временем увлечение стало второй профессией. Появились постоянные покупатели. Хобби, которое в один прекрасный момент мне просто дало какие-то возможности к существованию. Потому что пока дети были маленькие, они были не в саду, у меня заболела мама достаточно серьезной онкологией. И, собственно, деньги пришлось, да, как-то зарабатывать. На работу выйти не могла, но нашла такой выход. А вот к 70-летию Великой Победы Юлии пришла идея изготовить оригинальные броши с использованием георгиевских ленточек. Первые памятные изделия она подарила, конечно, ветеранам. Меня очень потрясла, конечно, реакция ветеранов. Вот. Их какие-то, вот, я не знаю, улыбки, слова благодарности в мой адрес. И, конечно, я не смогла себе отказать в удовольствии продолжить этот проект. Свою необычную технику мастерица держит в секрете, занятия не проводит, работает в полном одиночестве. Главное для Юлии – видеть благодарность и восхищение людей. Многие ветераны в этом году пришли на праздник, украсив одежду авторскими брошами нашей героини. Можно сказать, это мое спасибо ветеранам. Вот мой маленький комплимент за чистое небо, за то, что не было бы нас с вами, если бы не было этой победы. Цель проекта Юлии Подвысоцкой, представленного на губернаторский конкурс «Наше Подмосковье» – сказать спасибо за победу ветеранам Великой Отечественной войны. И вот таким творческим способом передать эстафету памяти молодому поколению. Наталья Буслаева, Владимир Бежонов, Елена Кошелева. Видное ТВ.